тут идет и вот процесс кончается, и судья выносит приговор, и чему-то хитро улыбается незнакомый толстый прокурор. Прокурор потребовал расстрела, тихий шум по залу там прошел. Я тебя искал в том зале белом, но тебя в том зале не нашел. Я сижу в ростовской ненаглядная, скоро нас погонят в лагеря. Но скажу тебе я, ненаглядная, что сижу я, видимо, зазря. Приморили в Охры, приморили, загубили волюшку мою. Вороные кудри посидели, я у края пропасти стою.